Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня свежий новый проект. Финабонент. Можно назвать халява. Здесь нам без вложений за регистрацию дается $30. И за эти $30 начинают майниться. Зашла я позавчера в него. Вот здесь статистика. Тут инвестировано. Вывели я, повторюсь, абсолютно без вложений. Дает $11 бонус при регистрации партнера. 7% доход с партнеров первого уровня. 2% со второго. 11% с партнеров первого уровня. Как-то тут... Наверное, с третьего, может, опечатка. Вот. Здесь можно это все почитать. Регистрация. Email, два раза пароль, капча, начать зарабатывать. Вот бонус на депозит сразу. $30. Эти $30 вывести нельзя. Так как мне бывает пишут, а как вывести бонусные денежные средства. Их не вывести. Но там же, ребят, не дураки сидят, правильно? Чтобы они давали нам такие деньги и можно было вывести. Нет, на эти деньги будут вот майниться копеечка. У меня на майне на 8 центов. Значит, плюс еще... $5 на депозит, если вы за подписку в Telegram, и $5 за подписку в ВКонтакте. Кликаете, переходите, вам на баланс бонусные капают вот этих 5 и 5, $10 плюс еще. Вот также здесь сразу находится партнерская ссылочка. Здесь все довольно-таки просто. Здесь инвесторам, партнеру вопросы-ответы, контакты. Ну, это все можно прочесть. Также два языка, русский и английский. Значит, операции я ничего сюда не депонировала. Это мои рефералы, партнеры. Далее баннеры, пожалуйста, кому надо. Настройки. В настройках здесь ничего нет. Вот такой вот проект. Как я сказала, это тоже можно почитать. Абсолютно без вложений, друзья. Я в этот проект ничего, ни одной копейки, ни одного цента не вкладываю. Если вы вкладываете, это уже, как говорится, хозяин-барин. Вывод от $1. Набираю на вывод, ставлю деньги на вывод. Значит, Kiwi Payer Perfect Tron. Пожалуйста. На любой кошелек. Кстати, он похож вот на этот проект. Здесь я хэштрей, друзья. Я здесь уже давно. И мне писали всякие гадости. Он скам, скам, скам. Да ничего подобного. Я здесь уже неоднократно выводила денежные средства. Я видео я по этому проекту я не писала. Но выводить я выводила. Я не знаю. Так, кабинет. Кстати, вот у меня есть доллар. Я его могу преспокойно вывести. Вот доллар 0,2. И он платит. Я даже вам сейчас найду статистику. Вот. И ставлю сумму на вывод. Ну, этих 2 цента пусть остается. 0,0. Клику вывести. Спишется со счета $1. Заявка на вывод сформирована.
Закрываю вкладку. Вот мои все выводы. Вот этот 1 доллар в обработке. Я выводила 5.05. Вывод доллар 0.4. Монетки поступили. 20.05 я выводила отсюда. 22 года видим. 3.54. Монетки пришли. 21.06 я выводила вывод средств. Монеты поступили. И вот я при вас заказала ровно 1 доллар. И будем надеяться, что придут. А может и не придут, а может придут. Это только покажет время. Ну и вот этот аналогичный. Он только что, друзья, запустился. Я сюда также вкладывать ничего не буду. Сюда я не вложила ни одного цента, ни одну копейку. Также и сюда. Кстати, я вот про этот проект, я о нем забыла. Мне написали, что он скам. Я его удалила. Потом реклама мне попалась. Я зашла по логину и паролю. Смотрю, у меня на балансе копейки. Думаю, поставлю на вывод. Монеты пришли. Я, ну, денежка, я его сохранила. И периодически захожу, только проверяю баланс. И ставлю на вывод. Ну, вот как-то так. Ну, а этот покажет время, будет он платить или нет. Я вкладывать не собираюсь, чего я вам советую. Ну, а если вы будете рисковать, это уже ваши, как говорится, проблемы. Хотите рисковать, рискуйте. Я же, напоминаю, абсолютная халява без вложений. Пока-пока.